Представители фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов поздравили ветерана РВСН Георгия Маштакова с 85-летием. Встреча прошла в преддверии Дня Победы в рамках партийных проектов «Историческая память» и «Старшее поколение». Георгий Степанович – известный в городе Одинцово публицист, активно участвует в общественной работе по патриотическому воспитанию молодежи. С 2008 года в средствах массовой информации округа он опубликовал более 100 материалов. Посвящены они участникам Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда, узникам концлагерей, детям войны, ветеранам войны в Афганистане. Отдельный цикл материалов рассказывает о ветеранах РВСН, ликвидаторах аварии на ЧАЭС, сотрудниках военных и гражданских медучреждений.